рада приветствовать на бурятской земле героя России. Накануне на бурятской земле встретили старшего лейтенанта Юрия Жуланова. Сам офицер родом из Алтайского края, но служит в Кяхте. После тяжелого ранения он проходил лечение в столице, а свой подвиг Юрий совершил в июне. Подвиг, который совершил Юра, военные корреспонденты в зоне специальной военной операции сравнили с подвигом героев-панфиловцев во время Великой Отечественной войны. Юрий Жуланов помог спасти и вывести из окружения более 20 своих сослуживцев. В бою своей находчивостью он содействовал нанесению серьезного урона противнику. Звезду Героя России бойцу еще в госпитале вручил сам Владимир Путин. Самое главное – это сейчас здоровье свое. А все остальное, как говорится, приложится. Дальше строить свою жизнь, свое будущее, учиться, достигать новых высот. Вместе с Юрием на родину вернулись еще 23 военнослужащих. Александр Гостев, телекомпания АТВ.